Привет, ковбои и ковбойчики! С вами Ковбой Воблер, мы сейчас находимся на Диком Западе. Это у нас Android-игра, которая называется «Огонь с Запада», и мы продолжаем в нее играть. Если вы видели первую серию, значит вы понимаете, что тут и как у нас происходит. Если вы не видели, то вкратце их быстренько расскажу. Игра новая, только вышла в Play Market. Очень интересная, красочная. Мы здесь играем за ковбоя, выполняем различные миссии. Также у нас есть такая вот... Куда ты? Есть мини-карта, да, где мы будем бегать, выполнять различные миссии. Также, ребятки, у нас есть... Это наш сундук, да, где хранятся все наши патроны, различные детали для улучшения. Также хочу сказать, что у нас есть магазин, где мы можем... прикупить различные шмотки, которые будут добавлять нам броню, а броня это крутая штука, а также оружие. Оружие очень полезное. Я вот заходил, и там было написано, что за... после того, как я зайду 7 дней в игру, мне дадут какой-то прикольный пистолет. Вот этот мне нож дали, и пистолет, походу здесь такого нету. Наверное, вот этот за 10 дадут, вроде бы как. Ладно, мы можем купить также коня, здесь мы покупаем амуницию, все просто и элементарно. Давайте мы уже начнем выполнять миссии. Вот мы видим восклицательный знак, сейчас мы зайдем и отправимся на задание. Поехали, хорошо, я готов, веди меня, сейчас мы пойдем в телепорт. С прошлого раза я так здесь ничего и не улучшил. Я сейчас играю на эмуляторе, хотя это Android игра, то есть на ПК вы будете видеть вот мышку, курсор, да, которую я могу включать и выключать. И хочу сказать, что так и не разобрался с чувствительностью мыши, потому очень чувствительная мышь, куда бы я ее не повел, и у меня прицел сильно сбивается. Ну, надеюсь, что на результат сильно это не повлияет сегодня. Посмотрим, что будет за задание. Ага. В атаку. Поехали. Где наша коняшка? Давай коняшку вызовем. Опа. Конек-горбунек. Пошли в атаку. Ха! Пошла жара. Смотри, как мы прем. Это наш байк. Да, байк четырехногий. Так, не туда поскакал, что ли? Подожди. А, в портал, надо повыше. Все, я понял, идем в портал. Даже, возможно, сейчас пойдем на какую-то новую локацию, которую я еще не видел. Пока что мы видели здесь две локации. Это город, да, где мы вместе с вами уже были в прошлой серии. Мы там рассматривали тир, заходили в бар. И здесь мы были, мы тоже воевали с какими-то крутыми ковбоями, у которых было по 120 и даже 300 хп. Давайте мы, наверное, все-таки остановимся, зайдем в магазин, может быть... Прикупим какое-то снаряжение, прикупим зелье. А, все на максимум. У нас тоже. Хорошо. Отлично, что все на максимум. Поехали. Что нас сейчас ждет, даже не знаю. Бррр, конь, успокойся. Может, конь у меня голодный? Все. А, надо было поближе подъехать, в центр. И где мы находимся, СТП? Это вырубить чуваков за 110 секунд? Ну, давай вырубим. Так, что у нас есть? У нас есть пистолет. У нас есть нож. У него пистолет у нас нищенский. В принципе, сегодня, может быть, даже что-то купим с оружия. Так, куда мы идем? Давай, давай рассмотрим, что тут у нас есть на фермочке. И уже какие-то кони стоят. Это конюшня, да? Ясно. Времени отчета никакого нету. Ничего нету. Интересно. Куда это мы попали? Может, на коня надо сесть? А, на коня. И что? А, мы едем дальше. Или что это у нас такое? Смотри. А, мы сюда идти не можем. Сесть на коня. Ладно. Взяли коня. Пошли вперед. Что, вот это и все? Так, я чего-то не понял. Что, пригнать коня? А, возможно, надо было... Я понял, на время это все сделать. Не, ну конь крутой, смотри, как прет.
Давай заряжайся. Надо было это очень быстро сделать. Ну, если бы был таймер какой-то, чтобы понимать время, ориентироваться. Бежим, бежим. Бежим, бежим. Я думаю, мы там стрелять что-то будем. Не хочет к ним бежать. Давай. Вот это и все задание? Че, серьезно? Главное, чтобы деньги мне дали. Давай, жги! Уху! Понеслась. Ну, это резвый конь такой. Блин, забаговал даже. Так, двигайтесь. Слушайте, я конем кого-то задавил. Все, дружище. Денежка получена. Реклама, как всегда, на высшем уровне. Негоже, ребята, боярам ходить 10 метров пешком, когда у нас есть конь. О, прям на коне. Кстати, кто-то писал, говорят, воблер, ты же можешь... ехать на коне и стрелять. А я хочу забрать вот это. Как мне забрать? Как мне забрать алкоголь? Я алкоголь вижу. Хочу алкоголь забрать. Там я видел еще на крыше алкоголь. Как его взять-то? Еще будем задание выполнять? Ну давай. Так, нам дадут оружейные детали, кристаллы. Ну и монеты. Ну хотя бы за монеты мы сможем, мне кажется, прикупить что-то полезное. Смит. Смит энд Вессон. Ну, поехали. Давай, садимся на коня. Давай, коняшка, вези нас к заданию. Ну, ух ты, я здесь еще не был. Мы здесь появились в прошлой серии. Тут тоже какой-то переход? Или карта? Погнали. Что мы будем делать? Ну, прибежали мы. И что дальше? Давай глянем. Еще тишина, ничего нету. А мы, может, должны перели... бухло взять? А как мы его будем подбирать? Как мы его должны подобрать? Смотрите, я что-то не совсем... Или в него выстрелить? А? Ага. Все ясно, дружище. Значит, надо было там тоже стрелять. Я не хотел в городе стрелять. Ладно, бежим. Бежим, бежим. Быстренько мы справились. По бутылкам стрелять. Ну и задание. Я хочу цели, живые цели. У него тоже он бутылка стоит. И на крыше есть бутылка. А, не туда я? То есть это еще и на время, но... Вот реально надо бы сюда время какое-то добавить. И куда мы бежим? Еще с локации выходим за бутылками? Ха-ха! Нормально нам задание дали, слушайте. Мы прям ковбой Мальборо. Давай! Помчались. За выпивкой. Тут тоже какие-то коняшки, тоже какие-то задания мы сможем выполнять. Давай. А, то есть когда мы... Я понял, жмем. Давай, ускоряйся. Смотри, как прет лошадь. Почему она у нас не может бежать? Постоянно. Она быстро устает, слушайте. Бедняга. Конек-горбунек наш устает. Давай, мчись. Пока что, ну, сегодня задание не очень. Либо я не у того мужичка, возможно, беру задание. То есть... Возможно, основные братья я беру дополнительные, да? Ну ладно. Ох, что это? Шахта? То есть мы даже в шахту будем куда-то лезть? Так, куда мы вообще приперлись-то? Нам надо вовнутрь заходить. И чё? И что здесь? Бутылку кто-то видит? Я не... А, вот она. Мне еще попасть надо. Есть. Садимся на коня. По бутылкам чисто пострелять. Да. Зато нам открываются новые локации. Уже объемные. Вы посмотрите. То есть нам этим заданием показали, что у нас есть шахта. Возможно, нам придется в шахту лезть. Также писали, что здесь есть какие-то монстры. Ребята, представляете, мы, возможно, будем в шахте с монстрами бороться. Да, нелегкий этот Дикий Запад.
Нету никаких кондиционеров, ничего, да? Давай, бежим. Оп. Отлично. Ну да, как тут за 2 минуты-то управиться? Ты же на каком коне надо ехать, чтобы управиться так быстро? А теперь направо поворот. Слушайте, направо мы даже и не ездили с вами. Еще какая-то локация. Да. А чё бы не сделать просто какой-то открытый мир? Все-таки переходы между локациями. Зачем они нужны? Не совсем понимаю. Сделали просто одну карту, ты бы по этой небольшой карте бегал бы, выполнял миссии. Воу-воу-воу-воу. Где-то мы находимся. Кладбище. Ого. Мне кажется, это реально стрёмное место, это кладбище. Может, мы сейчас кого-то разбудим? Ну что же, вот наша награда. Понятно, что за 3 минуты мы не успели. Ну, что имеем, то имеем. А вот куда нас вообще занесло на кладбище? Давайте прокатимся и посмотрим. Что тут мы можем делать? О, церковь какая-то. Смотрите, дорога. А мы, походу, с этой... А, тут чисто небольшая локация, на которой мы будем выполнять миссии. Может, тут вампиры какие-то будут. Смотрите, гробы. Реально стрёмное место. То есть, сами по себе локации небольшие. Но довольно интересно. Ну, поехали, конечно. Сейчас у другого чувака возьму миссии. Ага, вот ты кто такой. Ну давай прям на коне. Эй, ты, привет. Что он нам предлагает? Ну, неплохо, смотри. 3 зомби. Ну давай, убить 3 зомби. Так, экстра, нормально монет. Что так мы получим. В принципе, все меня устраивает. Окей, куда нам ехать? Зомбарей валить? А если на коне мы будем зомбарика валить? Ковбой против зомби! Либо зомби против ковбоя. Воу-воу-воу. Что здесь? Кто здесь? Зомбарики? Вы здесь? О, зомби активировались! Зомби бегут! Блин! Давай попробуем на коне стрелять. Ого, а у зомби еще и хп есть. То есть их еще и не с первого раза валишь ты. Ну да, не с первого раза. То есть оружие... Если бы мы их с первого раза валили, какой смысл прокачивать здесь оружие, согласитесь. Они могут коня повредить? 3 зомбарика. Что-то подлагивать даже начало, слушайте. У меня тут выделено 2 ядра ПК и 4,5 гига оперативы, и у меня... Воу-воу-воу-воу! А, денежки? Детали? О, еще и ползет, ползучий зомбарь! Смотрите, ползет гад! Ого, зомби сколько хп! Вы видели, сколько у него хп, ребята? 138 было, что ли? Я хочу ползуна завалить! Давайте мы... С них все-таки что-то выпадает. Да, с них выпадает. То есть стоит их просто всех перебить. Не обязательно там какое-то количество зомбарей убить. Кстати, он ползет. Такое ощущение, что он не ползет, а плывет. Ого! Ничего себе они... Они через лошадь нанесли мне урона. Давай, я хочу всех убить, потому что... С них выпадает. Выпадает лут. 18. Ну, конечно, 18 мало, если нам надо на оружие 1020. Воу. А давай мы попробуем, знаете, что сейчас? Оружие другое. Давай пехаль возьмем. С пехаля мы еще не стреляли. Сядь на коня. Че ты слез? Давай, давай. Не спеши. Мы никуда не торопимся. О, я забаговал. Я в гроб залез. Ползуны.
Да, рекламы, конечно, немало. У нас вылазит, мы все выполнили. На 2 звезды. Меня тоже это устраивает. Давай мы соберем. Что тут у нас за лут? Лут, лут. О, бутылки я вижу. Смотри, тут сразу чувак в задании. Бутылка. То есть, возможно, эти бутылки куда-то мы сможем применять или что. Их надо чисто по ним стрелять. Я думал, как их поднять. Я там еще, знаю, в городе на крыше где-то бутылочка-то была. То есть мы можем и туда. Смотрите, мы можем сейчас как сделать? Сядем на коня, поедем, куда нам показывает карта, да? Потом перейдем сюда, он чувак какой-то стоит возле церкви или что это, возле кладбища какого-то. Ну, давай повыполняем задание. Хочу револьвер уже купить хороший. Куда меня отправляет? Что у нас в магазине? У нас 8000. А может мы какую-то броню возьмем, чтобы хилочку не покупать? Вот броня была бы неплохая. Что мы по броне можем взять? 25 тысяч? Вы что, серьезно? 15 тысяч. Ну, нормально так-то. Ковбойская шляпа. Даже не знаю, что лучше, оружие взять или какую-то броньку. Но пока что у меня денег не так уж и много. Ладно, помчались. Давай сивка-бурка это у нас будет. Молния. Конь-молния. Давай, мчись. Молния. Давай, огонь. Молния Зевса. Игра мне нравится, слушайте. Еще чуть-чуть. Мне кажется, еще пару лет. И уже графончик будет на уровне ПК. Хотя, если честно, уже графончик на уровне некоторых игр ПК. Только на минималках. Ух ты. Здорово, мужик. Что ты хочешь? Давай, будем выполнять задание. Так, килл. Ну, давай. Так, с первой пули, что ли? 70 хитрейт. Ну, ладно. Оружейные детали. Погнали. Погнали на задание. Куда нам теперь переться? Нам ехать... Так, через портал. Ну да ладно. Портал, значит, портал. Ну давай, наверное, мы все-таки у нас пистолет, да? Ну, пехоль был бы получше, конечно. Что у нас пехоль? У нас пистолет нормальный стоит в магазине. 10. Минимум вот этот 10 стоит. Остальные кристаллы, кристаллы. Томпсон. Ну, Томпсон, конечно, штука прикольная. Остальное за кристаллы все. Вот это двойной какой-то 40 тысяч. Угу. Пока что не знаю, куда денежку потратить и правильно бы потратить. Так, 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 так. Олень. Олени, олени. Ну, давай. Давай мы его в голову. А мы можем ближе как-то подойти? Так, понятно. Ясно, что пистолет нам не подходит для этого задания. Кожа. Ножом завалить? Давай, подхожу ножом. А, оно еще и убегает, животное. Стоять! Стоять! Блин, оно такое смешное! И убегает от нас. Ты че? А, подожди, у нас нету... Я понял, дроби у нас нету. Думаю, че у нас как-то все выбрало? Ну, потратились чуть-чуть. Стоять, подожди. Я не буду тебя убивать, тебе будет не больно, животное. Я же на охоте. Будем на коне преследовать. Рейнджер. Смотри, у него сколько хп, что даже он не с первого раза доберет его. Он прям на меня бежал? Плюс еще одна шкура. О, бутылочку вижу. Взяли. Они, то есть, бутылки разбросаны по всей карте. Где ты, оленяха? Олень. А вот он. А как бы ему в голову чисто зарядить? Такой подъезжаешь. А он боится, когда я подъезжаю, да? Черт.
Прям в шоколадный глаз, блин. Так, надо не так уж... О, смотри, к бутылке меня привел. Он когда бегает, у него что-то восстановится. 4 хп? На краю. О. Бутылку взяли, смотри, сколько бутылок у нас. У нас еще бутылки есть, мы вниз можем прыгнуть? Не можем. Люди ходят. А я могу по людям стрелять? Могу! Ладно, не будем убивать. Просто проверил. В принципе, возможно наносить урон. Бутылки, а вот еще бутылка. Так, надо посмотреть, что у нас бутылки-то дают. Что у нас дают бутылки? Давайте глянем. Сундуки я не хочу брать. Так, пока куда применяются бутылочки, я не понимаю. Возможно, они нужны для апгрейда, либо еще для чего-то. Чувак убегает. Задание мы выполнили. Единственное задание, пока что мне понравилось, это задание с зомбарями, да? Где мы на кладбище. Они еще так смешно ползают. Ползуны. Так, что у нас еще тут не выполнено? Я вижу, что мы кое-какие задания уже повыполняли. Мы сейчас за них заберем награду. Тут у нас вот есть новые задания, но мы их не выполнили. Это тоже не до конца. Печально, но ничего страшного. Так, дружище, ты... Денежку забрали там. На одну звезду мы его выполнили. Погнали, наверное, все-таки на кладбище, ребята. Посмотрим, как там... Будут у нас... Какие будут там миссии, потому что... Это, получится, дополнительные миссии. Пошли по дополнительным, это я шел по основным. Это основные мне не очень. Все-таки зомбарей полупить. Плюс там дадут нам какие-то монеты. Возможно, мы эти монеты применим. Мы можем также прокачивать здесь оружие. Можем все прокачивать. Вот у нас оружейные детали. Вы видите, сколько их насобиралось. Кожа у нас есть, которую мы можем юзать. Ну, какой, чтобы оружие как-то модернизировать, нам надо, ребятки, вот апдейт, видите, делать. Нам нужно, во-первых, нормальное оружие. Гомьянское улучшать и нет смысла. Ну и так отстойно. Какой смысл брать стоковое оружие, первое попавшееся, которое дается на первом уровне в игре? То есть, мне кажется, вообще неинтересно. Вот когда мы что-то купим, какой-то уже револьвер за какую-то сумму, вот тогда туда можно вкидывать детали и все остальное. Пошли на кладбище, сейчас будем там выполнять. Давай, давай. Кто-то вводит нашего коня. Как конь, ты чё, бу... Наш конь с ума сошел, беги вперед, он не хочет туда идти. Он чувствует, что там есть зомбарики. Кстати, я думаю, может мне подлечиться все-таки. Волк? Смотрите, волки, ребята. Ого. Я не хочу с волками встречаться. А давай мы все-таки отхилимся. У нас хилочки есть, да? Смотри. Ого, стая волков. Смотри, вот они, волки, блин. Они на меня пока что не напали. Эй! Эй! Эй, эй, давай, подъезжаем. Эй! Так. Убить зомби. Хорошо. 3 минутки. Нам дойдутся какие-то, видите, уникальные даже детали. Хорошо. Поехали. 3 минутки продержаться. Эй! Ого! Бежим, 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 бежим. А зомби-то не пальцем деланные. Это смешные на самом деле зомби, если честно. Вы посмотрите, то есть это зомби... Похоронили их прям в шляпах. Да, на Диком Западе. И они тут, зомби прям в шляпах и бегают. Они больше на фермеров похожи, если честно. А чё, что? А, у меня нету... Нету патронов. Так, как у меня так быстро патроны-то заканчиваются, а?
Да, пистолет у меня, ребятки, просто отстойный. И мне надо за это время еще и зомбарей завалить. Надо держаться к ним поближе, потому что расстояние то ограниченное. Ого! 17 хп нанесли. Сняли с меня. Это зомби вообще в фартухе. Это зомби-мясник, что ли? Ну, за секунду причем быстро так снесли хп. А, когда я попадаю, они чуть-чуть, да, откидываются. Вот еще зомбарики. Оружейные детали мне нравятся. У нас есть минута. Ну, давай за минуту что мы сделаем. Вот и ползуны. Они очень прокачанные получается. Воу-воу, а деталей? Подожди, у нас патронов нету. Магазин. Это как-то на время повлияло, не повлияло? А если я буду... бегать. Ой, вы знаете, что-то как-то мне кажется... Ого, как их много! Ого, зомбарей! Мне кажется, зря я слез с лошади. 300 хп! 700 хп! Что это за зомбари-то такие? Мне надо либо оружие мощнее, потому что, ну как это... Попробуй его убить, 700 хп. У меня оружие наносит по 50, а у них 700. Вы нормально вообще, ребята? Вы какие-то читерские зомбарики. Что это за зомби такие? Зомби в бронежилетах? Я на вас сколько оружия потратил? Давай хоть вот этого завалим. А, 5 секунд. Я уже никого не завалю, нет смысла тратить даже патроны. Если честно, задолбала реклама. Задание провалено. Понятно. Не выполнено. Да не буду я заново проходить. Потом я... Все, проехали. У меня патронов ничего нету. Надо оружие нормально брать, чтобы это задание выполнять. Мне надо другие миссии какие-то выполнить. Более легкие, скажем. Потом уже прикупить оружие и прийти сюда... с нормальным каким-то прокачанным. Ну да ладно, ребята, мы уже вместе с вами продолжим играть в следующей серии. А с вами был Воблер, с вами были Ковбои. Оставайтесь на канале и скоро увидимся. Удачи и пока.